Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В понедельник в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, теплая погода, днем плюс 18, плюс 20 градусов, ночью 11-13 с плюсом. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани тучи, но без осадков, днем плюс 17, ночью плюс 11 градусов, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 17 градусов, ночью 13 выше 0, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, осадки в виде небольшого дождя. Днем плюс 17 градусов, ночью 11 выше 0. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.